Итак, дорогие друзья, стартует конкурс красоты. Желаю всем хорошего настроения, эстетического удовольствия, моря положительных эмоций, радости и восторга. Дорогие наши зрители, знайте, что танцовщицы всегда ждут вашей поддержки. Они всегда ждут ваших аплодисментов. Поэтому не жалейте ладошей, аплодируйте как можно громче. Дорогие друзья, в программе конкурса выступят исполнительницы бэйли-данса, а оценят их уровень исполнительского мастерства, их красоту и талант специальные эксперты. Это наше многоуважаемое жюри. В составе жюри носители культуры восточного танца, эксперты по вопросам женской красоты, хореографы, постановщики, звезды украинского бэйли-данса. Итак, я рада представить вам наших уважаемых судей. Звучат аплодисменты в нашем зале. На сцену приглашается танцовщица категории «Суперстар», руководитель школы восточного танца «Амаль», победитель египетского фестиваля «Nile Group 2012», вице-мисс «Украина 2012», бронзовый призер короны «Рамты Камаль 2013», победитель «Изадоры Кап 2012». Итак, ваши аплодисменты. Кристина Деркач. Аплодируйте громче. Следующий эксперт, следующий судья, танцовщица, которая вошла в пятерку самых сильных исполнительниц бэйли-данс мира. Она стала финалисткой конкурсной программы, которая традиционно проходит в Китае. Итак, финалистка международного фестиваля бэйли-данс «China» Ольга Козлова. Танцовщица по категории «Суперстар», ваш аплодисмент. Победительница чемпионата мира «Кургана 2013». Хореограф-постановщик, великолепная исполнительница бэйли-данса, руководитель школы восточного танца, лицензированный судья Украинской ассоциации исполнителей восточного танца Ирина Шипицына. Ваши аплодисменты. Руководитель школы восточного танца, профессиональная исполнительница бэйли-данса, руководитель Житомирского областного отделения Украинской ассоциации исполнителей восточного танца. Итак, ваши аплодисменты. Кальяния. Руководитель школы восточного танца, лицензированный судья Украинской ассоциации исполнителей восточного танца Елена Щеглова. В составе судейства обладательница огромного количества титулов. Победительница Кубка мира «Огни Византии», победительница чемпионата Европы «Болгария Китер», обладательница титула «Мисс Бэйли-данс Украина», обладательница титула «Мисс Бэйли-данс Европа», победительница чемпионата мира Екатерина Клименко. Хореограф-постановщик, руководитель школы восточного танца, танцовщица категории «Суперстар», обладательница титула, победительница конкурсной программы «Эйлат Фестиваль Израиль» Зарина Мастафина. Я предлагаю девушкам, судьям, сделать несколько шагов вместе со мной вправо, потому что сейчас на сцену выйдут мужчины. Итак, носитель культуры бэйли-данса,
который сегодня представляет Персию, город Тегеран. Ваши аплодисменты, Амир Наджафи! И эксперт по вопросам женской красоты Максим Степанов. Дорогие наши судьи, мы желаем вам хорошего настроения, приятных впечатлений и только положительных эмоций. Да, еще желаем вам удачного судейства. Итак, добрый путь. Судьи занимают рабочие места. Добро пожаловать. Зрительный зал, уважаемые судьи. Да, можно забрать свои ведомости судейские и пройти в зрительный зал на рабочие места. Амир. Дорогие друзья, я хочу вам представить официального фотографа нашего праздника. Это лицензированный фотограф Украинской ассоциации исполнителей восточного танца. Его зовут Евгений Малиновский. Лучшие фотографии сегодняшнего дня на фотографиях Евгения Малиновского. Все фотографии вы можете просмотреть на мониторе телевизора, который находится при входе в зрительный зал. И заказать те, которые вам понравились больше всего. Дорогие друзья, организаторы шоу-конкурса, торговая марка «Мисс Балиданс Европа», Украинская ассоциация исполнителей восточного танца, Международная ассоциация восточного танца, Школа восточного танца «Захарит». Сегодня девушки соревнуются в трех возрастных категориях. Это «Мисс Молодежь», это «Мисс Взрослые» и это возрастная категория «Миссис». В каждой категории судьи выберут одну, которая будет достойна сегодня короны нашего праздника. Девушки-участницы сегодня получат сертификаты на победительницы, на бесплатное участие в конкурсе «Мисс Балиданс Мира» Италия Римини. Такой конкурс красоты пройдет в Римини 29 июня 2014 года. А также наши танцовщицы, участницы конкурса, получат сертификаты на участие в конкурсе «Мисс Балиданс Европа» 25 апреля, Киев, 2014 год. Итак, дорогие друзья, предлагаю вам в своих зрительских местах присесть как можно удобнее, приготовить ладоши и аплодировать как можно громче.